2 февраля, Баку. Вот на этом месте, где это новое здание, называется Афмол. Раньше был летний кинотеатр Джафарджа Барлы. Это выше кинотеатра на Низами. Вот. Ну а бассейн был на этом месте. Просто его заново отреставрировали, перестроили. В данный момент он действует. Вот этот скверик на этом месте перед кинотеатром так и остался. Вон, видите, башня. Это здание кинотеатра Низами. В той части. Это вам для ориентира. На той стороне вот скверик перед дворцом, бывшее название Ленина. Но там в проходе виднеется мини-имени Гейдара Алиева. Сейчас мы пойдем в ту сторону. Пока здесь немножко еще съемку продолжим. На воду можно смотреть бесконечно. Но мы этого делать не будем. Пойдем дальше. Дворец имени Гейдара Алиева, бывшее название имени Ленина, на прежнем месте. Дорогу перейдем, пока нет машин, хотя свет красный, но нарушим. Пойдем, перейдем в парк, пойдем. Вот здесь вот касса дворца. На этом месте было кафе «Юбилейное». Кафе уже нету там. Что-то другое. Банки, магазины, всякое. Вот там скверик с фонтанчиком. Улица Димитрова, мини Шамси Бадейбелли. И пойдем по ней в сторону консерватории. Парк немножко вам покажем. Фонтаны, к сожалению, сейчас не работают. Thank you.
консерватория. Ныне это музыкальная академия Азербайджана имени Василия Кочебекова. Вот он собственной персоной. Консерватория, улица Димитрова, бывшее название ныне имени Шамси Батюгельни. Идем дальше. В сторону Ази дорога. Это здание Капиталбанк. Это старое здание, там раньше были такие бетонные инкрустации, его украшали, но их убрали. И вот сделали его современным материалом, который у нас называется алькапон. Какие-то алюминиевые пластины внутри с пластиком. В общем, современная такая. Уже года 4 так сделали, наверное, может 5. А это вот здание Национального банка. Новое. Вот там вот, за парком улица Басина, имени Физули. Она вот в ту сторону тянется. Консерватория, это мы уже видели. Сейчас вам покажем памятник Гейдару Алиеву. Фонтаны жалко, что не работают. Ну ничего. На скамеечках все отлюбленные парочки. Там дворец, фонтаны не работают, мы туда не пойдем, чтобы времени не терять. Это мы уже видели. Пойдем чуть лучше в сторону Ази. На этом месте сделан подземный переход с эскалаторами. Сейчас на нем покатаемся. Очень удобно.
здание Центрального банка. Улица Басина. Пойдем дальше. Консерватория. Здесь такого ракурса. Это поликлиника номер 3. Улица Димитрова. Теперь имени Шансе Байзербейли. Вот в ту сторону прямо Ази. Сейчас пойдем туда. Ну, это еще раз банк национальный. Центральный национальный. Это банк. Реклама это банка наверху. 17-этажное или 18-этажное здание. Построено вот на этом месте. Внизу на первом этаже супермаркет Нептун и Солитон. Это ворота банка, туда не пойдем. Да. Охранник возмутился, что я снимаю. Это вот торговый центр. Сейчас мы его обойдем с той стороны. Покажем вход. Это въезд в платную стоянку. Под зданием. Вот старое здание рядом с новым. Платная подземная парковка. Вот корпус Ази прямо по курсу. Сейчас идем в его направлении. Там вот вокзал, который пойдем позже. Это покажем вам Ази. Это вход в магазин. Yeah.
торговый центр 28 из Мисакис. Это бывшая улица Первомайская, Первомайская, название новое, не знаю, сейчас их попробую найти. Это вот здание корпуса Азии, это вы уже поняли. Вот тот частный гостиница Баты, за этим новым зданием ее теперь разбирают, а это вот новое строят. Ну а там уже бульвар, сюда мы уже не пойдем сегодня. Пойдем в сторону вокзала. Сейчас пройдемся, потом начнем дальше снимать. Что ты сигналишь? Заглох он, да? Так, это торговый центр, 28. Это улица Димитрова, не Шамси-Батия-Бенли. Нет терпения у людей. В этом месте всегда был какой-то пустырь, какие-то непонятные постройки технического плана для метро. Потом там долгое время была какая-то кучка непонятная. Теперь я вижу, построили хороший современный торговый центр в Мисакис. 28. Чафара Джабарлы. Ну, здание гостиницы при вокзале. Это знакомое строение для всех. Вот там вокзальная площадь. Но это здание Азии.
здание Собчинского вокзала, так называемого. Тот, кто помнит, что он так именно назывался. 1526 года постройки, судя по этой надписи. А здание входа в метро на данный момент находится на крупной реконструкции, поэтому забор вот метростанции 28 апреля, ныне 28 мая, на реконструкции, поэтому там ничего не видно. Ну и здание Азии. Здание старого вокзала. Чемодан вокзала Монте-Карло. Это больница железнодорожников. Это вот новое здание, какая-то стекляшка непонятная. Здесь парковка. Вход на вокзал, на перроны с другой стороны. Здесь все закрыто. Идем дальше. Самец Фургун. Сквер. Landmark 3. Это рядом с старой мельницей здания. Сейчас весь комплекс называется Landmark. Вот это новое здание третье. Landmark 3. А вот там вот видите, видно дом книги. Они тоже на реставрации, видите. Одно здание уже в лесах. Даже оба здания уже в лесах. Будет заново, наверное, шлифовать.
паспорт, никто из этого выйдет. А это вот гостиница Бакы. Как решето. Ее разбирают. Много лет она стояла в таком состоянии. Сначала хотели ее ремонтировать, потом решили вот все-таки разобрать. Насколько я знаю. Ну вот там вокзал, мы там уже были. Пойдем сейчас в сторону железнодорожного управления. Это вон туда. Железнодорожное управление. 2 февраля. Видите, новое здание построили. Сейчас мы парк обойдем. Пройдем с той стороны и покажу то, что вы хотели увидеть. Это вот здание там внизу, Аракаса. Старая девятиэтажка. Я так вот как-то беспощадно каким-то непонятным материалом пластиковым оформили, как будто коробка из-под обуви получилась, на мой взгляд. Но это вот уже ноу-хау. Перекресток с улицы Зорге и 28 мая. Железнодорожное управление. Парк. И улица 28 мая. Она же телефонная, она же 28 апреля. И вот. Улица 28 мая, Кирха. Сейчас мы лучше подойдем, чтобы можно было лучше ее рассмотреть. Вот она, красавица. Зал камерной музыки. Даже там, по-моему, если не ошибаюсь, установили орган. Немцы приезжали, ставили. Было куда-то назад. Коля, хочешь рукой помахать? Татар. Помаши рукой. Это Коля Николай Гудко и Рашат. Как фамилия? Гамидов. Хорошие ребята. Мои друзья. В общем, Кирха, вы это видели. А вот эти два здания, они тоже... Они, видимо, ансамбль, да, архитектурный ансамбль. Пойдем дальше. Там дальше по ходу была школа номер 23 имени. Эй, осторожно, я вас кино снимаю, эй! Не деритесь. А то я вас похвалил, а вы деретесь. Хулиганы. Вот, там дальше была школа номер 23. Теперь ее снесли. На этом месте будет строить новый какой-то центр образовательный. Сваровский магазин, бриллианты. А я сейчас там иду мимо банка национального, и там
снимаю там этот мент. Ай, чи! Наша киса. Я говорю, эй. Он тоже, эй. Коля забияка. Бяка забияка. Вот, подходим к забору, где сейчас там школу, 28-я школа, 23-я школа ее снесли, вот я сейчас забор, и еще только снесли недавно буквально, пару месяцев назад. Да. Сейчас еще больше построить центр, еще больше пробки будет поразить. Если не сделать подземную парковку. Быстро за 2 недели все снимет. Идем в сторону направления кинотеатра Незами по улице 28 мая. Бывшее название 28 апреля. Она же телефонная. А вот написали, будет большое здание современное, какое-то там с современными там всякими репамбасами. Ну, посмотрим, да. Получается заряд аккумулятора, поэтому камера уже не тянет. Еще пару минут и видео прекратится на сегодня. Спасибо за внимание. Меня зовут Михаил Лискеров. Пока камера тянет, снимаем. Оперный театр, служебный вход, афиши. Лей-лей, Миджин. Лети, Миджин. Ой-ой-ой-ой-ой, такая красивая. Мой-мой-мой. Лукав на русском языке. Репертуар театра. В этом театре работал мой дядя и моя супруга. Тыльная часть. Камера отключается постоянно. Стоять не хватает. Здание старого банка. Теперь там сырьевая фондовая биржа. И здесь поставили памятник Билибилю. Буквально пару месяцев назад. Выход он торговый, но снять его не получится, потому что слабый аккумулятор.